Вы играете на Мерсе Christmas Edition. В этой кампании вы пройдете через две важные вещи. Сбор денег. Это мы любим. А территория покупок доступна в секретных... Ты жирно все за... Апперкоты твои эти фирменные. Так, а такая важная вещь, как дверь. Так, куда идти-то теперь? А, во, чекать. Once upon a time in December 2021. Кто там английским владеет? Мне лень переводить, правда. Однажды в декабре... В далекой-далекой галактике. Собрались три богатыря и решили покурить мавку. Сзади беда. А, мы на эксперте аккуратно сразу пишем. Бумер. Это было очень неожиданно. А, бумеры... Аптеки, аптеки. Я прячусь. Ой, черт, аптеки. Может быть без них? Мне кажется, без них мы живее станем. Не-не-не-не. Волну отбейте. Эй, я перезаряжаюсь. Ну, вроде они тут не бесконечно. Вот аптеки. Аптеки. Аптечка. В виде подарков. Плюнули. Что-то какие-то подарочки. Сейчас заходишь, какая-то хрень начинается. Не, стоп, погоди. Давай посмотрим, что тут есть. А, тут ничего нет. Туда нельзя пройти, да. О, смотрите, это мороз. А, понял. А я... Кто-то что-то нажал. А я нет, не уехал, все, вы меня оставили. Хе-хе. Таблеточки. Ямочка. Тут любимое оружие, но скиллочек, пожалуйста, не показывайте его. Вот оно, похмелье после Нового года. О, это мы берем. Это грех не взять. Так, у меня что-то пошло не так. У вас М-ка новогодняя? Да. Да. А у меня нет. Давай перезапустим. Ну, то есть, чтобы тебя доны подгрузились. Ну да, ну сейчас так, давай хотя бы доедем. Нам же потом снова придется. А, мы просто ехали. Отлично, тогда мы можем сразу начать со следующей карты просто и все. Ямочку потеряем. И банан. Я загрузился. О, черт, ну и холод. Ой, черт, ну и холодина. О, дьявол, как же я замерз. Кажется, это мирное место. Погнали. Ой, сорян. Сорян. Я перед кем-то вылез. Передо мной. Хантер. И смокер тут. Перезаряжаю. О, знакомое место. О, тут привычно все. Интересно, тут работают ваши трюки? Готов поспорить, что можно здесь прыгать. А, нет, нельзя. Нет, нет, точно нельзя. Это даже в компании не работало. Я подарок нашел. Литриан Пайло, посмотрите, дверь с этой стороны, а с этой стороны нет. Help need food, Эвери, переведи. Помоги мне еда? Или где? Помоги мне еда. Ну ты так прочел, что непонятно. Ой. А вы видели УЗИшку? УЗИшку? Гром, 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 бежит сзади, сзади, гром. О боже. Я не понимаю, куда стрелять. Где у него хитбокс? Так, ну, я надеюсь, вы справитесь, понятно. Потому что... Подымаю. Там УЗИшка была прикольная. А, слушай, это новая какая-то. Да, да. Я вылетел. Серьезно, крэш? Да. А у вас тоже тут эррор горит? Нет. Нет, а у меня эррор. Ай. А ты точно отключил все лишние аддоны? Все, а вообще подчистую, даже не стояло. А где у тебя эррор? Ну вот, например, вот эррор. Лежу на эррор. Подождите. Ой. Не подходите к эррору, а то вылетите опять. Я подходил, я на нем прыгал, ничего. Нашел подарочек. Лагать начинает. Серьезно? Давайте быстрее. Пока не крышанулось, быстрее. Эр, у тебя тоже такое
звон, да? Ну, у меня колокольчик в руках. Прям по ушам, мне кажется, бьет. Не знаю, к тебе. Я нашел этот самый подарок. А деньги нашел? О, это ведьма, это ведьма! Нет, это не настоящая ведьма, это фейковая. А-а-а. А вот это ведьма! О, еще подарочек. Перезаряжаю! У меня бинда на Авил нет. Деньги нашел, хотите посмотреть? Да. Вот где я нахожусь. А? Что? Я убил ведьму? Бывает. Это точно бывает. Эксперт? Да, эксперт. Потом на демке посмотрю, подрыгнул, наверное, что-нибудь. Деньги-то что, не забрали? Вот идите посмотреть, чтобы вы знали, как они выглядят. Подождите. А, нифига. А, их надо еще забирать? Да, да, да. А мне... Вот, а. Забрали. Все. Он зажал Е. Там нужно зажимать именно. А у меня сразу... Не, это подарки нужно сразу, а деньги нужно зажимать. Это интересная фраза. Шприц возьму. О, вот даже монитор можно взять. Еще подарок нашел. Слушай, а тут танк. С Новым годом. Мне кто-то очень агрессивно желает счастливого Рождества. Слушайте. Поджечь бы его. А патроны есть у вас где-нибудь? Нет, что, все потратил? Да. Есть. Патрончики, патрончики. Миришка есть у тебя? Давай вместе с Миришкой. Я вокруг машины кружусь. Ну, давай, давай. Есть. Ну а нахер. Все. Как здесь ползти? А вы все посмотрели? Я более чем уверен, что нет, мы что-то пропустили, ребят. Да мы везде были. Мы везде может были. Быть, везде. Нет, не везде, я подарок нашел. О. Это назад возвращаться? О, это что, назад? Это в самом начале. А как нам вернуться? А погодите, а, да, а в натуре, а как вернуться? Может там какая-то лестница открылась, спустилась. А, да. В натуре телепорт есть. Я слышу курильщика. Да, тут двери открываются. Я его жду. Че, погнали? У-ху! Дерьмо! Опять вот дерьмо сказал. Здесь аптечка. Ну, тут хотя бы есть чем подлечиться. Да, туда лучше не запрыгивай, Эйр. Я там застрял в прошлый раз. А кто деньги забрал? А, не важно. Брал деньги. Вот это VIP-комната. И мы сюда зашли только потому, что мы нашли деньги. Опа, ребятки, тут Санта. Най, здоровья. Ой, это прям как я. Найдите пингвина. А зачем пингвины нужны? Написано, найдите пингвина. Ну вот он, стрелочка, да. Так, и. А, вот кто-то его нашел и открыл. И чё? Чё непонятно. Код 7246. Я кола. Записываю. Я взял кола. В чате написал. Ну и куда зачем это? В кола? В комп водить в него. Не знаю. То, что кола не написано было, и вроде ничего про кола. Эйр, ты там еще не оглох? Погнали. Тут мы все разобрали? Может, код надо будет вводить день в конце карты, в конце кампании, не знаю. Слышит? Держите! Так, мы никого не потеряли? Все, погнали. Помогите! Он моментально на меня запрыгнул. Посмотрите на машину. Ее взорвать можно, наверное. Вау. Я этого не говорил. Здесь есть оружие. Давайте живо внутрь. Даже в чате написано, кто согрел. А знаете что? Думаю, мы справимся. У меня вопрос. Как вы пополняете Steam свой? Я покупаю ключи за реал и продаю их на торговой площадке. Серьезно?
Вот это геймор. Раченец. Есть, короче, в кивасе тенге, закидываешь в тенге и закидываешь на Steam аккаунт, и тебе приходят деньги. Ну, это невыгодно. Тоже невыгодно, нифига, неудобно. Эра, ты как? А, и у меня Steam, ну, я поменял локацию на Казахстан. А, вот ты потому что и живешь-то не в России, правильно? Да. Тебе тогда никакие сервисы и не нужны. Так ты расскажешь, что за сервис-то? Ну, Steam Balance. Это самый популярный способ, удобный и выгодный. Да, у сайта, конечно, тоже есть какая-то своя комиссия, но она минимальная. Я буквально недавно заплатил вроде 1100 рублей, а на Steam пришла 1000. На это косарь сейчас, знаете, сколько игр можно купить? Зимняя распродажа же. Там гейп игры раздается скидками 90%. Вон, Left 4 2 за 38 рублей. Кто-то еще на пиратках? Совсем что ли? Купите себе уже лицензию в 24 веке и не парьтесь. На сайте есть удобный агрегатор скидок со всеми играми с распродажи, можно подобрать себе там и другую игру по душе. Плюс на сайте ежемесячно разыгрывается Steam Deck от Valve. Прикольно, да? Пополняйте свой же Steam баланс и при этом еще можешь выиграть Steam Deck. Спасибо, спасибо, теперь буду пользоваться только этим способом. Ты, конечно, пользуйся, чё вы геймером своим этим занимаетесь? Оставлю потом ссылку в описании под видео, сейчас давайте уже играть. Извините, пожалуйста. Да вроде даже не больно было. Ну, относительно... Потому что не тебе. Я меч нашел. Yeah. А я возьму твою эту херню. Ой, я колу забыл. Help need food опять тут. Так. Я что-то не понимаю в этой карте. Я сконфужен. Такого раньше не было. Волна. Здесь закрыто, кстати. А пойдем вперед. Вперед откуда? А, иду за. А потом назад вернемся. Как раз туда, где все закрыто, типа. А, сюда вообще нельзя пойти добить. Пока сзади держу. Теперь постреляем. О, все. У меня снайперская винтовка. А где? Я колу потерял. Эй, держи, посмотри. А ты калаш держал в руках? Нет. Ну, подержи. Плевальщица где-то поблизости. Есть. Ой, разрывные, не. Не, все, забейте. Тут чарджеры. Удачи. Уф. Че, он промахнулся? Да. Не смог въехать. Не вписался. Куда-то нашел подарок. Оружие. Да, это я. Слушай, вот это вот охотничья гораздо красивее. Я, наверное, с ней побегаю. О, ножичек. О! Это что? Вент, какой-то вент. Ребята, это назад, наверное. Это назад надо, я понял, где это. У нас кто-то уже в начале, уже все, его нету. Я денежки, кстати, нашел. Нужно пойти помочь. Блин, ребят, ну чего? Большую пушку. Все понятно, скилл что-то уже все залатал. Сидит вот и дереблен с сыром, как мышь, реально. Я буду хэвиком. У тебя пулемет? Да. На. Забираю осколочные. Только аккуратно, пожалуйста. О, да. Кажется, инкреверы ждут, не дождутся, когда мы включим сигнал. Опа. А я все же, я прошел. Можно я спрыгну вниз? Спасибо. Там впереди что-то горит. Да и сзади тоже. Вот они! О, танк! Заходите внутрь! Да. Вы что, не видите?
просто мимо прошел и ударил меня кулаком. Рип. Нифига. Подожди, это он камнем? Нет, это я взорвал. Мне оружие надо. Ну, спасибо. Так ты волну вызвал, получается. Наверное. Да, ты волну вызвал. Я волну на себя беру. Все, умер. Спасибо. Так, у тебя там было что интересного? Не, все сожрал перед смертью. Пойдем посмотрим, у них есть. Я твой дробик засейвлю. Беру дробовик. Ну сорян, мы слишком скучно шли, я решил разбавить немного. Черт, все внутрь! Сейчас будет телепорт. Секунду, я подлечусь. Быстрее, все внутрь! Уже почти достали кранты. Пока юзишь. Опять за всех вас стреляю. Так ты думаешь, чему тебе позволить-то? О, аптечек нет, прикиньте. Куда они делись? Как так? У меня разрывные почему-то. А они у тебя и были. Нам нужно подарок эти. Пушки. Бензоколонка не взрывается. Либо у него много хп. Да. О, миленько. I gave you my heart, you give it away. Договор аренды, короче. Договор аренды сердца. А слушайте, а вот здесь, в этих фурах, может быть, что-то есть? Может быть. А таблетки нашему товарищу не даст? Купи нормально. Может, пайпу еще что откинете? Да, все. Ай, ай! Открыл дверь. О, я деньги нашел. Только обратил внимание, что тут у перса есть второй лифты. Да, тоже. Чего перса? И второй лифты. Вам будет меня не хватать. Ведьмы впереди. Да, дача. Гасите свет. Ведьма. Они... Я, кажется... Да. Но будет тебя не хватать. Так, чё, походим по этим хоннелям? Да, подарки искать. О, какой дробаш классный. О, подарок. Кто-нибудь поможет мне выбраться отсюда? Так, это где? А, это впереди? Или сзади? О, где-то я тут. Скучаешь. Let's go. Стой один. Это там? Если бы был реализм. Нашел дверь. Я сразу в нее. Всем пока. О, они тоже телепортируются. Зомбаки. Забирай рвоту. Mission Impossible, мини-гейм. Your mission should be. На крыше, короче, будем спасать Рождество. Так, ну, во-первых, я написал пароль. Погодите секунду. Так, а во-вторых, ну, тут нужно активировать. Реальная миссия невыполнима. Здесь есть оружие. Закупаемся, закупаемся. Беру зажигание. Я... Что такое? Да я выбросил. Получается, я взял какое-то говно, и моя снопа с лазером исчезла. Ну все, рип. Ну все. Тут есть лазер? Беру банку жил, есть, вот посередине сыр. Вот лазерный прицел. Я спасен. Вы все с дробовиками, да? Да. Я так понимаю. Классно. То, что надо. Я еще за это дерьмо вообще попасть не могу, не знаю. Пацаны, я несу, короче. Пойдем. Можно взять в руки, серьезно. Я дюпнул ее, я, что ли? Кажется, вылетел, или не знаю, что у меня происходит, мне все зависло. Скорее всего, да.
Да, ты вылетел. Блин, не берите в руки эту хрень больше. Я предлагаю просто зайти и закончить. Камила! Там много мой, мой пес вошел внутрь. Проследите, пожалуйста. Походу мы Элиса снаружи забыли. Так, я с вами. Давайте уже это. Сосредоточимся. Да, да. Все серьезно. Молотов тут. Я возьму молотов на всякий случай, на самом деле. Я байлу взял. Так, вы все ищете, да? Угу. Я тогда вперед чуть-чуть пройду. Комнату нашел, которую нам как раз нужно открыть. Ой, аккуратно тут, не попадите в танка. Что? Понял. Нет, а их все-таки можно обойти, вот этих замороженных танков, или нет, я не понимаю. Ну да, можно, конечно. Да, можно, конечно. А какого хрена тогда? Тут еще один танк. Давай к нему впритык подойду, где он? Не, вот этот какой-то незамороженный. Как он к тебе не попал? Беги, беги, не знаю. Я об этом не думал. Помогите. Бежим. Помог. Не слишком-то хорошо. Я знал, что все будет хорошо. О. Давайте развернемся. А деньги нашли? Не брошу. Нет. Отлично! Нашел. Где? За ресепшеном были. О, нифига. Так, ну спуститься тут, благо, очень просто. Let's go. Жду вас. Да вообще пофиг. Ну, подождем, наверное. Ребята, тут что-то интересное. Денджер, может, какой-то эвент вызовем. Или не вызовем. Подлечись, если тебе надо. Help, need food. Кого ждем-то? Меня. Ну и дерьмо, в самом деле. Сейчас будет телепорт. Да где же вы все? Лентяй. А вот куда вышли вообще? А где еще одна комната? Вот, VIP. Постойте, практически. Мне надо подлечиться. Аптеки, реально. Сразу лечусь. Мне надо полечиться. Ну вот, снова в строю. Гранатомет? Я взял гранатомет. Я его не взял. Сыр. Его я взял. Много адреналинов. Ну что, все? Получается, да. Я, короче, готов. Если что, запускайте. Давайте сразу к нам. А что здесь? Ну, потому что это самое имбовое место. Так в смысле? Ну там в другом месте самое имбовое, нет? Нет, там респы сзади есть. Здесь лучше в сражении. Здесь один узкий проход. Тут даже зомбаки не поместятся. Он, видишь, даже чарджер не может проехать. Ну, вроде все. С этой малышкой я им задам жару. Че он надо? Прям латексная Санта. Да, у которого не стоит при этом. Ну, блин. Возраст. Ты че меня пугаешь? Ты подумал, ты бумер? Среднего лицо страшное, криповое, как будто я пошел сюда. У тебя лицо страшное. Как я столько хп потерял? Потом так, ну мы, получается, что нашли, правильно? Демка. Перезаряжаю. Хорошо, что сейчас помню. А с нас кто-нибудь повисал, что будет, если повиснуть? Эй, дайте кто-нибудь руку. Держу, постарайся. Обычная анимация, вниз. Если ты про это хотел узнать. Ну да. Спасибо, Кира. Я тебя спасаю. Убежище там. А что за звук? А? Что? А вы не так уж и плохи. 250 ски. Да уж. Должно быть, очень рано встаешь по утрам.
Часов 8, полвосьмого, да, где-то 8. Аптеки перекочевали, смотрите, куда. Че за это баг, определенно. Чего? По-моему, это не тот финал, который я рассчитывал получить. Лол. А что мы тут делаем? Видите? Ну, музычка играет. Ну, пойдем. Почему мы вернулись в 2009-2023 год? Еще одна аптечка. Ну, знаешь, что старый год надо проводить. Блеводная граната! Мы компании не перепутали, случайно? Как-то они там не подменились? Я не понимаю. Бросаю коктейль Молотова! А, тут еще одна дверь, возможно, тут? Нет. Здесь есть оружие. Может быть, это компания длиной в жизнь? Курильщик, курильщик! Даже интересно. Тут вот эта вот дверь секретная, как на прошлой компании, которую мы проходили. Только она закрыта. А куда у нас делся Дефиб? Не знаю. У нас он точно был. Понятно. Я говорю, все пока ездит. Мы Дефиб потеряли. Тут лестница. И тут лестница. А потому что в дверь надо возвращаться. Блин. Раньше я любил халаш. А сейчас тебя на него не стоит, да? Да. О, елочка. Хорош. Готово? Почему? Готово. Я до сих пор не понимаю, что мы тут делаем. Я тоже. Как минимум, просто хорошо проводим время. Хоть один плюс. Не разрешено носить оружие. Впрочем, думаю, это не страшно. Взял биту. Вот у меня подсказка. Взять дверную ручку. Я дверную ручку взял. О, да ладно. Да, нам возвращаться назад. О, смотрите. Тут танк. Тут три танка. Ничего себе. Эври, иди сюда, для тебя. Гляните-ка сюда. Вот лазерные прицелы. А, подожди, тут столько оружия, я бегаю с каким-то говном. Беру штурмовую винтовку. Я отойду. Я нашел Дефиб. Это книга, правильно? Да, да, где? У самого респа. Пока. А тут теперь музыка не играет. Тут типа ничего нет, потому что мы тут... О, опять исчез. Этот мистер Сноумен. Можешь посмотреть, что там? Впереди убежище. Ага. Все внутрь. You are trapped. А, ну и так. Блин, Эйр, прости, я хотел тебя спасти. Это уже не прикольно, где вы все? О, вот оно. Вот и где мы сейчас? Почему это все это разморозилось или что вообще? Горячие вички, чем холодные. Где все аптеки? Где все? Наверное, у нас. А, нет. Какие аптеки? Да ты не мог так быстро все сожрать, у тебя хп мало. Ну все, ГГ. Надо искать. Аптеки знаешь, где были? На доцентре. Здесь есть оружие. О! И далее что придумал? Беру драйвер. Сейчас танк будет. Ну его нафиг, я не пойду туда первым. Пусть первый идет. А, не. Правильно, так. Написано, не прыгайте вниз. Серьезно? Понял. Я за тобой. Здорово. Ребят, тут можно выжить, прыгайте вниз. Но слушай, тут и не исследованная территория. Потом исследуем. Давай по порядку. Меня обливали. Кого мы ждем? О, я телепортировался, что? Кто телепортировался? Я телепортировался почему-то, по какой-то причине. Помогай ему. Помогаю. Что происходит вообще?
Ай! Здорово. А! Красавчики. Почему? А, тут дверь наверх. Давай-ка, господи. Наверх. Тут дверь наверх была. Телепорт. Мы туда... Помогите. Все, опять можешь прыгать? Да, можешь прыгать. Я тебя затащу. Ай, правда, дверь. Ой. Вот Миша на Эри, опять с колой, кстати. Дверь. А, погодите, тут код. Under video... 1583. Вот теперь все отлично. Нужно зажимать. Один. А. Пять. Так, давай ты. Восемь. Три. Че? Не знаю. Кто-то что-то нажал. Ты нажал здесь. И да, да, да. Обратный отчет. Мне не нравится ничего в этой комнате. Он вообще не работает. Ого. Аккуратно. Минус. Что за хрень? Воу. Ага. Так, давайте мы не будем мешать друг другу. Кто-нибудь первый, не я. Ир, давай. Нужно вниз пройти. А как это вообще? Ну, меня же эта же самая штука разрежет. Да не, не разрежет. Не разрежет, это все будет нормально. Прошел, смотри. Мне кажется, прыгать надо, ребят. Просто прыгать. Эври... Или ты пока нас смотришь? Я пытаюсь понять, что тут происходит. Это смокеры, мне кажется. Эвер, хорош. Давай, на тебя вся надежда. Прошел. Хорош. А, ты шип зажал. Какой шип? Ну, а ой, не шип, ну ты в бок лез, да? Слушай, прощай. Мне не нравятся эти звуки. Тут какая-то клавиатура. Клавиатура. А, тут еще есть эти лазерки, смотри. Да, пол это лава. Так, Эр их наступил, их тронул. Клава, Клава, надо выключить, смотри. Я боюсь, что в потолок врежусь. Вы тоже это видите? Да. Какая-то елочка. Нажимай. Я украл рождественское настроение. Елку. О, а теперь кофемашина. Разрушаю энергию. Все. Тут дверь есть. В нее можно войти. Можешь сказать, пожалуйста, что за ней? Жакей и охотник, да. Но они не могут пройти. Они не могут пройти. Они далеко. Ах, Элис. Бабки, бабки. Это все от подписчиков на Бусти. Пользуясь случаем, действительно, спасибо всем, кто меня поддерживает. Я всегда рад буквально каждому новому подписчику. Да блин, если вы просто лайк поставите, мне уже будет очень приятно. Если каким-то чудом это видео наберет 20 тысяч лайков, то мы будем чаще так собираться и делать подобные видео с прохождениями. Только мы вот... Только я один, и чё? Ну, может, а мы нигде там не появимся в спасении? А вряд ли, это же ластовая карта. Да, это ластовая. Ну, сейчас сдохну вместе с ночью. Делать мне больше там, ничего. Там должен быть этот самый. О! Есть тут кто-нибудь? Беги, открывай быстрее, сзади жакей! Так, ну все, мы миссию не проходим. Да, просто дальше проходим и все. Подожди, раз танк, два танк. Наверняка еще есть.
Дефиб есть, если что. Где? А, вот где я прыгаю. Ага. Черт, мне нужна помощь! Хелп. Да что вы делаете, господи? Ну, вызывайте тогда что. Давайте танков разбудим, не? Их нельзя. О, мистер Сноумен. Да. You finally made it. Это босс получается, что-то. А, он сюда полез, я пошел сюда. Ну нафиг. А он не горит? Нет. Горит? Или не горит? Горит, горит. Давайте я подожгу. Ага. Ой. Ну, мне хп не хватило, чтобы его задоджить. Кто там по мне попал? Не знаю. Танк, наверное. Я старался не по тебе стрелять, ну да. Допустим. Так, ну что, скилл. Бля, задолбал. Ну, я отделали. Сейчас что? Они тебя, ничего не сказали. Холодно. Ладно, я поставлю тебя на ноги. Нужно ближе к друг другу. Спасибо, за мной должен. А я не вижу ничего. Мы, Влад, попали. Ну, надо молотом поджигать, чтобы греться. Ну, наверх, наверное. А нужно его догнать или что? Есть тут кто-нибудь? У меня время замедлилось. А, нам нужно на снеговика бомбу повесить, кажись. Ты бомбу какую-то взял? Да. Взрывай этого гумника. Сдолбал. Тронного взорвать надо. А, вон он реально по землю ходит. Граната пошла! Поторопись! Сейчас уйдет! Гаси его, гаси. Я только не понял, при чем здесь была вторая карта до центра? Отсылки, отсылки. Это не конец. Да, это не конец. The fuck? Реально бесконечная компания. Ловушка Джокера. Кстати, реально на Джокера похоже даже. Тоже какой-то псих больной. Тут нельзя прыгать. О, псих ледяной. Подождите, Эйра, он долго грузится. Да и бегать, вы все-таки это сделали, маньяки! Да. Вы взорвали ее! Будьте вы прокляты! Будьте вы все прокляты! Хера себе. Ты че орешь? Мы так пафосно идем на шифте. Normal ending слева, смотрите. Будка телефонная. Ничего не работает. Это будка самоубийства. Не-не-не, давай без нот, давай в еда. Еда. Где еда? За едой. Вон, еда. А ручка тут. Ручка. Открылась. Здорово. Тейк турки. Я еще приготовил. Или нет? Я уйду. Держи. Эвери нам хавчик готовит. Радио появилось. О! Хаваем! Уже почти готово. Ни хрена вы голодные. Даже тост никто не сказал. Скорей, народ! Смотрите, очень много чего подсветилось. I'm coming for you. Допустим. Все-таки он выжил или что? Это как в Думе, знаете, вторая жизнь ему дала. Он в аду воскрес. Давайте пробел и начнем сначала. Все концовки давайте посмотрим. Ладно, без паники. У меня есть план. Ну, так сразу не объяснишь.
Я не хочу утомлять вас разными сложными деталями, но шаг первый вот какой. Мы идем туда. Очень смешно, Фрэнсис. Все парады плачут по твоим усам, жилетке и ковбойским штанам. Билл, а когда ты был маленьким, телевизор уже... Когда я родился, еще даже электричество не придумали. О, вот тут мы не были, по-моему. Да. Good ending. Скорее, народ! Да-да-да. Тут три, получается. 72-46. Не, вот эту красную мы и смотрели. Красную а мы телефон смотрели. Еще есть. Ну, давайте зеленую посмотрим, что. А голубую мы тоже смотрели. Это good... Ну... Голубая, да-да-да. Это какая-то нейтральная, получается. Не-не-не, мы ее смотрели. Да нет, там хрень какая-то. Мы ж не закончили комп... О, мы ж компашку не закончили. Куда ее? Я так понимаю, сюда, да? Вот до того? Так, что-то мне это не нравится. О, нет. Кто не спел тут? О, все успели. Сейчас прищемит ногу. Элис, нет. А я вам рассказывал, как мой приятель Кит хотел узнать, каково это попасть в снежную бурю. Он и снега-то настоящего толком не видел. Только разве у нас на катке? В общем, он узнал, куда заливочная машина сваливает снег и спрятался в этом самом месте. Его потом 2 часа откапывали, отморозил себе тогда 3 пальца. Пришлось отрезать. Нифига себе диалоги. Это история. Сейчас мы окажемся на второй карте и будем снова проходить кампанию. Да. Смотри, за нами белая штука летит. Она сейчас нас задавит. Это Новый год приходит. Ну нахер. Нет, беги. Здорово. Понятно. Это что это за место? Добро пожаловать в Сити 17. Вас выбрали или вы... Еще good ending. Void ending. Ну go void ending, тут открыто вроде рядом. Ну, вы идите. Ну, понятно. Тут всем надо. Да тебя теперь миллиарды верст. Все? Вся концовка? Мы куда-то в другое место пришли теперь. Ой, правда. Тут еще что-то, но, видимо, нам сюда. Чёртовы лабиринты. Боже мой, что происходит вообще? Я тебе говорю, вот, это другая концовка из другой игры. Все, мы в Half-Life теперь. Half-Life 3. А, все еще Void Ending. Можно насквозь пройти. Good Ending, let's go. Это все был сон. До центра ходи. Хватит стрелять в меня, Ник. True ending. Good ending. Кто на что нажал? На Санту. С Новым годом получается. А что нам еще надо? Какие еще там концовки были? Как минимум еще 3 концовки. Я первый. Ага, пока. Первый. Я говорю, первый. Ракурс отличный. С жопой. Давайте Storage Ending. А как это переводится вообще? В смысле, хранилище? Хранилище. Как это перевести по-русски-то? Концовка хранилища. Нажимайте. Left 4 Dead 3! Let's go! Наконец-то. Дождались. И время замедляется, и чем ближе мы подходим, тем медленнее время. Ага, захотели Left 4 Dead 3.
В прыжке аж успел. Ир тебя выкинул. О, всех с Рождеством! Фрэнс, говори громче! У тебя голова в заднице, ничего не слышно. О, открылось. Я курочки все скушал на столе. И она открылась. Кто выпрыгнет из лифта? Стоп. Ага, хер там. Фиксит. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. Где-то сейчас уже поколоч должен появиться. Я в телек смотрю. Initializing in 3, 2, 1. Выключи фонарь, блин. Выключил. У тебя походка, не знаю, как будто ты обосрался. Так оно и есть. Только аккуратненько идет, чтобы это не вывалилось. Чтобы не прилегало. Так, у нас теперь good ending, правильно? Нормал. Нормал. Ну, которая там на улице. Да, 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 у телефона. Звони давай. Я нажал. Алло. Винсент. Винсент, ты убийца. О, тачка, Винс. тачка. В машину. Я за руль. Oh, well. Управлять, надеюсь, можно? Это было офигенно. Секретная концовка. На машине зомбиков давишь, стреляешь в них. Вообще класс. И тут еще две концовки. Или три. Или четыре. Говорят, умрите. Уф, уф. Здесь должна быть какая-то связь. Там пришельцы. Нихилант из Half-Life. Скриншот из Left 4. Че теперь? У меня никаких подсказок даже. Кто-то звонит. Тихо. На матрице. Пингвинская мафия. Что было написано? Что-то про пингвинскую мафию? Там НЛО прилетел. Да. Типа, мы займемся твоей проблемой с выжившими. А, ну вы же снеговика убили.